Добрый день, я технолог Решетникова Татьяна, представляю компанию Nail Art Profi. Сегодня я покажу дизайн под названием «Градиентная сеточка». Для данного дизайна мы будем использовать однофазное покрытие фирмы Формула Профи. Цвет я взяла красное вино. И также нам потребуется белая гель-краска. Это BioFrench формулы профи. Также нам понадобится акриловая пудра, чтобы нам сделать эффект бархатной поверхности. Из кисточек мы будем использовать вот такую губочку. Можно использовать, в принципе, любую губку. Кисточка-собачка для прорисовки формулы профи. И дотс, чтобы поставить точечки. Так, начинаем мы с того, что мы покрываем ноготочек однофазным биопокрытием красное вино. Данный гель-лак после полимеризации не имеет липкого слоя, не требует базы финиша. Но при этом очень хорошо стоит на натуральных ногтях и очень прост нанесение. Полимеризуем мы 1,5-2 минуты. Перекрываем на второй слой. И снова просушиваем. Теперь мы губочкой макаем белую красочку и тушуем, начиная с кончика до серединки ноготочка. Вот таким вот образом. Полимеризуем 1 минуту. Перекрываю я финишем без липкого слоя, чтобы получить однородную поверхность. И полимеризуем 2 минуты. Теперь мы кистью собачка рисуем гель-лаком в цвет, тем же самым, по белому сетку. Сетка не должна быть слишком мелкой. Кисть собачка очень хороша для длинных линий, для прорисовки френча, потому что кисть из натурального ворса, и она не пружинит. И линия получается идеально ровная. Рисовали сеточку, отправляем в лампу на 2 минуты. Теперь мы нашу сеточку дополняем точками на стыке линий при помощи белой гель-краски. Ставим точки дотсом. Таким вот образом. Точки не должны быть очень мелкими, чтобы их было видно. Теперь я беру белую акриловую пудру и
Засыпаю. Точечки. Внимательно смотрим, чтобы нигде не осталось глянца. Полимеризуем и 2 минуты. При помощи жесткой щетки мы удаляем остатки акриловой пудры. Получается у нас такие выпуклые фактурные бархатные точечки. Данный дизайн можно делать в разных цветах и оттенках на длинные либо на натуральные ногти. Смотрится следующим образом. Желаю удачи в исполнении данного дизайна.